Ребята, всем привет! Сегодня у нас выпуск «Вот такие игры будут». 8 игр, поиграем в одном видео. Начнем с Talking Tom Candy Run, потом Friends, Gold Run, Hank. В общем, вот это все поиграем. Начинаем. Каждую игру где-то минуты 3 поиграю и буду менять, чтобы все показать и успеть. Первая игра у нас Candy Run. У нас есть тут магазин, который обокрал ракун наш вот этот. Вот он обокрал, все конфеты забрал, и нам нужно их вернуть. Игра вроде несложная, но одна ошибка и практически и все тут. Не так просто все. Надо перепрыгивать, приседать вовремя. Да, у нас как бы две жизни. Первая жизнь — это Анжела, вторая жизнь — это Том. Когда мы дальше следующий магазин открываем, открывается новый персонаж. Чтобы открыть следующий магазин, нужно восстановить все конфеты в магазине. Их надо собирать сейчас где-то 12 тысяч штук. Вот у меня сейчас, например, 1600 я собрал, вот так вот на 12 тысяч. И там несколько раз постолько собрать, и мы полностью восстановим наш магазин после ограбления. И мы переходим к следующему магазину и так далее. Всего в игре, по-моему, 4 магазина я считал, всего лишь. Дальше уже все. То есть игра в целом короткая, как я понял. Разработчики забили на эту игру и перестали ее обновлять. Хотя изначально планировалось, что больше магазинов будет. Но они вот как-то так сделали. Игра в целом не сложная, тут можно по 5 раз по 10 перепроходить одно и то же, там за каждый раз, ну, по 5000 монет, не монет, а конфет собирать. И этого достаточно потихоньку, чтобы все апгрейды в магазине сделать, все вернуть, как было, до ограбления. Ну и все, как бы, цель игры такая здесь, больше ничего не происходит в целом. Собираем, чем больше собрали за раз, тем меньше надо будет перепроходить. Чем дальше мы бежим, тем больше там уже начинают какие-то крутые конфеты выпадать, за которых прям больше дают. Быстрее набрать можно. Но у меня за раз рекорд был где-то 12-14 тысяч я конфет собирал. Ну, за один ран, пока я ошибки не начинал делать. Если концентрированно играть, например, без записи видео, можно и больше, наверное, собрать. Вот видите, раньше времени прыгнул, а здесь шары, мячи какие-то катились. Я уже до такого момента даже как будто и не доходил. Я первый раз такое вижу. Вот, 6700 монет я конфет собрал. И сейчас смотрим, что мы сможем сделать. Здесь еще апгрейд можно персонажа делать. Она просто больше конфет, по-моему, собирать будет. Типа множители конфет будет что-то такое. Я точно не знаю, но это не столь важно. Можно и так зарабатывать эти конфеты. Вот, например, заходим сюда. Смотрите, вот 11 тысяч апгрейд и 12. Например, 11 нажимаем, вот там, видите, конфеты восстановили. И множитель очков увеличивается. Также здесь еще можно сундук бесплатный открывать. Вот персонажи, которые у нас со временем откроются. Хэнк закрыт еще, Бен. Джинджер я открыл. Вот эти, вот офицер Том, по-моему, платные, за денежки открываются. Вот это можно открыть еще. Бен какой-то, Гавайан Хэнк, агент Анжела, файрмен, пожарник типа. А, все, сундучок вот здесь, бесплатно, если видео посмотреть, и покупать можно сундуки. Здесь у нас, вот, смотрите, это наш магазинчик. Вот третий закрыт, и четвертый еще. Пятый уже все написано, типа, могут быть добавить. Coming soon, скоро типа добавят. Но это всегда уже написано, игру не обновляют. Все, поиграли в эту игру, идем дальше. Talking Tom и друзья, следующая наша игра. Так, что у нас тут? Все в туалет захотели? На, садись. Жалко, что тут два горшка. Сейчас будем долго ждать, пока все остальные дела сделают. Потому что сейчас, наверное, все в туалет захотят. Нет, все заболели, смотрите. Анжела заболела. Будем лечить? Давайте. Чем будем лечить? Давайте молоточком. Купим его за десяточку. Оп-оп-оп-оп. И сейчас будет хорошо. Ну что, получше тебе, Анжела? Получше, точно? Ну-ка, давайте проверим. Вот так лучше? Нормально? Ну, нормально, нормально. Так, Том, тебя в чувство приведем укольчиком вот сюда, в это место, в твое мягкое. Чик. Все. Он, кстати, не страдал, ему понравилось. Страдала Анжела от молотка этого. Так, дальше у нас еще и заболел. Тут прям массовая какая-то. Массовое у нас заражение. А пылесосом можно тебя? О, можно пылесосом, смотрите. Сопля какая у него там торчит. Сейчас ничего не будет. Все идеально. Вот, покупайте такой пылесосик. Удобно, удобно. Лечит хорошо. Так, ну и Бен что-то тоже прихворал. Его давайте попробуем водяным пистолетом. Не хочет. Давайте тогда молотком, раз не хочет. Не хочет. Укольчик. Укольчик сойдет. По-моему, сойдет, да? Подождите, а чё укол? А, надо подержать было. Думаю, чё укол не идет. Хорошо, в баскетбол поиграет у нас Хэнк. А еще и Бека заболела. Ну, давайте водяным пистолетом. Нет, нет. Укольчиком давайте тогда. Все что-то уколы хотят. Больше ничего не работает против болезни этой. Бен решил на скейте покататься.
А Джинджер у нас нарисует какую-то прекрасную картину. Бека у нас на гитаре любит играть. Слушайте, как это классно. Давайте какую-нибудь песенку сыграем. У меня здесь все пройдено. Смотрите, сколько песен есть. Может, что-то новое добавили. Давайте проверим. Новая песенка, может, добавилась. Не, ничего нету. Ну, тогда любую берем, например, я не знаю, какую-нибудь... Ну, давайте вот эту, не знаю, что это. Давайте играть вот так вот. Сейчас будем нажимать. Вот так. Вот так вот нажимать. Сейчас можно нажимать, пока игра началась. Ничего, не будет никакого пенальти, ничего. А вот сейчас надо нажимать уже. Это держать надо вот так. Пум-пум-пум. Держим. Пум-пум-пум. Держим. Пам-пам-пам. Держим. Пам-пам-пам-пам. Пум-пум-пум-пум. Погнали здесь. Оп-оп-оп-оп. Хорошо. Оп-оп-оп-оп. Кстати, песенка уже кончается. Это последние нотки. Все. Кстати, это лучший результат или нет? Улучшил или нет? Поехали пока еще в шопинг. Съездим с нашими ребятами. Вот сюда давайте. Искусство тут у нас. Крутим, крутим. Плохие сразу уходят. А самые лучшие награды здесь. 4 банана. Первая награда. Вторая награда. 3 кусочка сыра. Что же дальше? 2 пакета семян. 2 огненных меча для игры в футбол и 40 монеток. Вот такой у нас был улов, можете посмотреть. Не сильно хороший, но если честно, у меня все открыто, поэтому ничего там выпасть не может. Наклейки у меня там не выпадают. У меня все наклейки, все открыто, к сожалению, и больше делать нечего. Давайте попробуем поиграть вот в эту игру. Надо пальцем вот так вот. Не так просто, у тебя 3 жизни, сейчас какая-нибудь ворона прилетит, еще что-то. Все время кто-то мешает здесь, прям не думайте, что легко. Поначалу окей, а потом начинается сложность. Одна ворона, вторая ворона, сорока, не знаю, какие там птицы. Поначалу еще окей, сейчас начнется. Пока хорошо, птиц нету, смотрите. Ой, вот только сказал, откуда я мог знать, что там птица? Я не смог бы среагировать, тут такая скорость, тут не успеваешь реагировать, поэтому... Тут рано или поздно ты 3 жизни теряешь и проигрываешь. Ну, давайте проверим, сколько я продержусь. Какой мой результат будет в итоге. Ухой. Ой, сколько птиц. 3 птицы. 4, 5, 6. Они со свалки, наверное, летят. Наелись и летят назад в город. Или там за город, не знаю куда. Со свалки точно. Они же там питаются всеми объедками этими. Переносят заразу, поэтому опасно с ними вообще контактировать. Так, одно здоровье осталось. Я держусь, уже 200 очков заработал. Потихонечку, потихонечку. Ой, что-то подлагала игра немножко так. Подглючила. Хорошо, продолжите играть. О, 370 билетов. Ну хорошо, я так хорошо заработал. Так, кто тут что? Это хочет с Бекой поговорить. А где Бека, чем она занята? А, Бека на гитаре. Ну, играйте вместе, а чё? Так, ты играешь в баскетбол? Хорошо. Ладно, все отлично. Идем дальше. Следующая игра у нас Talking Tom Gold Run. Вертикальная игра. Делаем планшетик наш вот так. Все видно вам. И мне удобно. Так, будем играть за кого? Не хочу за Беку. Давайте за Хэнка поиграем. У него, кстати, все апгрейды, кроме одного, обратите внимание. Только один апгрейд, и я все сделаю. Строительство у меня здесь все завершено, а вот дальше посмотрите на цены. Здесь у меня пока что не по карману это все. 105, 175, 33 тысячи монет, но это надо очень много играть. Пока, к сожалению, не могу. Не могу я ничего сделать. Ну, придется бежать прям хорошо. Долго, собирать побольше слитков. И, может быть, когда-нибудь я дострою этот дом. Потише сделал игру. О, немножко монет. Запасы енота перешли ко мне. Ту-т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 у.
Собираем. Магнит. Еще один магнит. А что-то одни магниты, не понимаю. Три магнита подряд или четыре было? Что-то мне везет на магниты. Еще один магнит. Еще один. Что это, неделя магнитов сейчас? Новое обновление вышло? Раньше такого не было. Еще один. Тут реально одни магниты. А, это не магнит, наверное. А, где-то магнит, а где-то вот эти вот новые иконки. Типа дракон какой-то. Вот, они просто очень на магнит похожи. Я такой думаю, один магнит, второй, третий. А это во. Это не магниты. Сейчас полетим красиво. Полетели, полетели, собираем все, ничего не пропускаем. Все пригодится. Нам надо 33 800, чтобы у нас было. Это очень много. Но у меня уже было сколько? 20 тысяч, по-моему, собрано. Плюс-минус что-то такое. Осталось, значит, не так уж много, но это надо летать раз 10, наверное, сыграть в эту игру, если не больше, чтобы собрать. Ну, смотря как хорошо получается. Чем дольше бежишь, тем лучше, конечно. Попробуем сейчас еще продержаться. Впереди у нас еще 5 игр, ребята, не расходитесь. В конце будет много чего интересного. Там и Толкин Анджела будет, Толкин Хэнк. Еще Раннера 2. Короче, много чего. Так, 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 так. Оп, двойные слитки, хорошо. Хороший бонус нам как раз пригодится сейчас. Оп. Собираем двойные. Давайте вниз в новую локацию. Перешли. Ой, какая локация. Давно я тут не бегал. Она, кстати, сложная. Тут немножко неправильно нажмешь. Вот как сейчас, и все. На такой скорости эта локация сложная. Видите, еле успеваешь тут. Тут сложно, сложно. А тут еще легко. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. О, это что такое красивое? Неоновый мир или что это? Что-то такое не припомню. Было похожее. Один раз у меня такое было. Какая-то бонусная локация. Типа Звездные войны какие-то. Не знаю, что это такое. Может, тут в конце хороший бонус будет? Давайте это пройдем до конца, если тут есть концовка или он бесконечный будет. Сейчас посмотрим, что тут в конце. Ну, босс может быть. Хотя в этой игре же вроде босса нету в Голдране. Он есть в Hero Dash, там есть босс. И в Time Rush тоже, в третьей части как бы. Там тоже есть это все дело. А это что такое? А, стрельба. Когда стреляем, вообще ничего, никуда не врежемся. Ой, а тут не написано, когда закончится оружие. То есть нет индикатора. Оно закончилось просто, ну, я не ожидал. Поэтому врезался. Но хорошо, что у меня шлем был на голове. Так бы я уже проиграл. Шлем спас меня, конечно. Вот сейчас ничего не спасло. Все закончилось. Хорошо. Какой результат у нас? 2000, вот, смотрите, 2000 мы заработали. Еще много-много надо будет. Так, давайте откроем. У нас тут что-то можно открыть. Дальше 6 часов ждать. Хорошо, поиграли в эту игру. Дальше у нас My Talking Hank. Игра номер 4. Запускаем. My Talking Hank. Мой говорящий Хэнк. Ой, здесь звук с игры. Представляете? С айпэда. Ну, то есть звук не передается в микрофон. Я тогда погромче микрофон сделаю к игре, чтобы вы слышали хоть как-то. Сейчас поиграем. Я не знаю, с чем это связано, но эта игра у нее всегда так. Звук идет с айпэда. И он не передается на запись. А, тут погладить надо, я его бью. Ну, я глажу. Ну, погладили. Так, дальше покушать. Яблочко. Так, это дружбан твой, да? Ему морковочку дать? Нет, не морковочку, фоточку.
Я сразу в туалет захотел. Ну давай, мимо только не надо. Надо лестницу ему установить. Он слишком низко там все дела делает. Так, и все. Дела сделали и на боковую. Игра Тамагочи. Так, а снится ему кто? Снится дружбан, что он его сфоткает. Ну, посмотрим, сфоткаем. Сфоткает или нет. Кстати, а могу Хэнка ставить? Да, я оставил Хэнк. Его и зовут Хэнк. Все, наступило утро. Сейчас пойдем фоткать всех. Займемся фотоохотой. Сейчас мы. Вот как это называется. Отправляемся сюда, да? Ну, и здесь у нас приманки есть. Все разбежались, сейчас будем ловить их. Так. Еда плюс игрушки равно животные. Понятненько. Тут морковочку мы установим. Опа, одна штука готова, ждет кого-то. А сюда мы поставим мяч за 15 монет. И магнитофон за 30. Сюда трамплин. А сюда давай вот это что такое, я не знаю. Как что-то торчит. Сюда вот эту штуку. Все готово. Через день придем, и у нас, ну, как бы игровой день. И у нас тут появятся ребята, которые прибегут, и мы их сфоткаем. В этом и смысл, типа, этой игры. Ладно, идем дальше. Тут звука нет нормального. Time Rush играем дальше. Time Rush. Следующий у нас раннер. Так, за кого? За Джинджера? За Бена? За этого? За Бекку давайте. Бекка, я выбираю тебя. Все, начинаем. Go. Побежали. Графика какая-то мыльная в этой игре. Она как будто нечеткая. Она современная уже такая, но что-то, мне кажется, и это на низких настройках игра идет. Как будто хочется высокую графику поставить. Тут, конечно, таких настроек нету. Но если бы были, я бы выставил. Чувствуется, что не хватает настроек. iPad-то тащит, iPad же не самый. Древний, 20-го года, 4 года назад вышел. И до сих пор все отлично работает. Здесь, кстати, Wi-Fi, поколение Wi-Fi 6E, по-моему, называется. У меня как раз модем это поддерживает. Из-за этого на iPad нереальная скорость просто. Поэтому, если уже берете такие iPad, к ним еще роутер возьмите с поддержкой последнего поколения Wi-Fi. Но это уже не последнее, уже появилось там следующее. Потому что, вы знаете, каждые пару лет что-то новое появляется, чтобы деньги зарабатывать на этом. Пытаются вводить новые технологии, типа скорость еще больше, но все будет упираться больше в скорость самого интернета. Если интернет там 300 мегабит, то по Wi-Fi там хоть 500, хоть 1000, он все равно быстрее не станет. Но передача файлов, еще чего-то, это да, это быстрее. На iPad вообще все удобно, потому что нажал сверху свайп, и экран записывается, сохраняется видео со звуком, например, вот картинка. Очень удобно. А на андроиде тоже во многих это уже сделано. Просто иногда там где-то ограничение. Какой-то андроид на 30 минут записывает ролики. Какой-то андроид там еще какие-то нюансы. То есть начинает тормозить или что. Здесь ты даже не чувствуешь, что запись видео ведется. Здесь все как-то умно сделано. Не сказывается на производительности системы. Не знаю, как они так сделали. Но это уже давно. Это не с этого iPad, это было и... На 2016 году я iPad Pro брал первого поколения. Там тоже было, по-моему, экран. Или появилось чуть позже, я точно не помню. Либо сразу было, либо обновление потом. По-моему, было сразу, я, может, просто не знал. И до iPad Pro, наверное, это было. Просто оно было немножко по-другому реализовано. Иногда были глюки. То есть иногда оно что-то не сохраняло. Вот раньше было такое. Потом они запилили этот iOS, iPadOS, неважно. Теперь стало нормально, теперь уже нет таких проблем, что видео записалось, не сохранилось. Были такие варианты.
Хорошо, поиграли, побегали. Дальше My Talking Angela 2+, для подписчиков Apple Arcade, кто решил заплатить. Кстати, не $5 уже в месяц стоит, она где-то $7 или $8 подписка стоит, или уже 10 даже, не знаю. Растут цены, но у них и каталог игр растет, то есть у Apple там все больше и больше игр, так что они довольны, что подписчиков этого сервиса становится больше, поэтому они с удовольствием как бы игры новые добавляют, там все больше и больше. Но не так много, кстати, игр выходит. Каждый месяц в Apple Arcade появляется 1, 2 или 3 игры максимум. Никогда там не было, что очень много игр появлялось. По чуть-чуть они выпускают, но самое главное, что они старые игры поддерживают. То есть, если игра давно вышла, вы можете спокойно в нее играть, и она не забыта никем. Она есть в сервисе, и не будет такого, что вы играли долго в игру, а потом с какой-то недели перестали обновления выходить, сервера не работают или еще что-то. То есть вот в этом плюс. Так, давайте пока пооткрываем. Здесь очень много каких-то наклеек у меня накопилось. Я даже не знаю, откуда они, за что мне их столько дали. Мы сейчас их еще наклеим в журналах. Это ж типа самая главная фишка этой игры. Ты собираешь эти наклейки, наклеиваешь. И потом какие-то еще предметы гардероба открываешь для Анжелы. Так что мы это сейчас все сделаем. Все, последний пак, ребята, сейчас будем делать. Все. Да, у меня 2 наклейки всего лишь, что ли? Подождите, реально, только 2 наклейки? Мы сейчас открыли сколько и только 2 наклейки? Или это только с этого журнала 2 наклейки? Сейчас посмотрим. Может, это просто я журнал закончил. А, да, закончил. Походу, к следующему уже выпадали. Сейчас посмотрим. Наверное, в другом есть. Так, надо открыть. Ну-ка. А, здесь ни одной наклейки не выпало. То есть у меня все выпадало для этого журнала. А вот этот у меня собран. Так, 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 так. А, все собрано. Короче, все выпадало, дубликаты, потому что новый не открылся. Какое-то шоу талантов. Ну-ка, что это такое? Нажимаем. А что это такое? Новая игра какая-то, мини-игра. Формочку выбираем. Будем готовить, походу. Они же в Talking Tom, My Talking Tom and Friends тоже добавили такое, что типа готовку. А зачем мы так делаем? Не понимаю, мы в разные формочки заливаем, да? А, 3 формочки надо, понятно. Я понял, понял, понял. Так, теперь будем выпекать. Ставим побольше градусов. Самое главное нажать вовремя и достать. Так, теперь выбираем кисточку. А сколько их тут бывает? А есть какие-нибудь необычные? Нету необычных. А, это выбираем цвет, а не кисточка, а именно каким цветом мы красим, так сказать. Украшаем. Так, что у нас тут? Так, 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 все поставили, все хорошо, все хорошо. Так, это что такое? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Не знаю, все подряд добавляю. Не очень красиво, но в целом нормально. Сойдет. Так, что дальше? А, теперь нам оценки выставляют за то, что мы приготовили. Так, одному, походу, не понравилось. А, нет, все, всем понравилось. 8, да, из 10. Или что такое 8? Не знаю, 8 дали мне баллов за что-то. В общем, все нормально. Выбираем, что нам дали. Деньжата я выбрал. Все. Хорошо, все. Далее у нас Talking Tom Hero Dash. Побегаем, попрыгаем. Давайте. Побегаем, попрыгаем. Так, ну за кого? За Тома я уже наигрался. Давайте за Бена. Что-то я Беном давно не играл. Зеленый он тут такой крутой супергерой, как этот зеленый фонарь. Есть такой фильм, я его смотрел. Это самый ужасный фильм про супергероев, наверное, что я смотрел. Называется Green Lantern. Зеленый фонарь. Это просто ужасный фильм был. Я, по-моему, почти засыпал. Это вообще невозможно смотреть было. Это просто... Я не знаю, сколько он там денег собрал. Надеюсь, он не окупился. Потому что такую ерунду выпускать. Ну, это он давно выходил. Более 10 лет назад, насколько я помню. 15 лет назад. Давно это было. Но фильм просто ужасный. Просто ужас. Хорошо. Так, тут какие-то он кокосы, бананы кидает. Да. Побежден. Побежден. Так, давайте сменим локацию. Люблю вот сюда всегда заходить, чтобы поменять что-то. Надоедает на одном бегать. Ну, тут по городу, давайте побегаем.
Так, ну у нас еще одна или две игры осталось. Какие-то там, я не помню. А что осталось-то? Даже не знаю, что. Хотя она какая-то громкая эта игра. Давайте потише сделаем. Или одна игра осталась. Наверное, остался Talking Ginger у нас, последняя игра. Я думаю, больше ему, то это предпоследняя. Можете написать, какая вам нравится игра из сегодняшней подборки. Во что мне чаще играть? Мы сегодня вот и 8 игр поиграли. Какая ваша любимая, например? Они все бесплатные, все можно скачать с магазина. Что на Android, что на iOS, у Apple. Все это доступно. Качайте, играйте. Просто что вам больше нравится, напишите. Мне интересно, во что мне больше играть, чтобы радовать вас в будущем. Может, до босса, кстати, добегу. А может, не добегу, не знаю. Магнит включен. Давайте сменим локацию. Да какую-то. Зеленая какая-то. Ой, это что это у нас? За локация такая. И музыка поменялась. Супер, да. Оп. Прыгай. Оп. Оп. Приземляемся, бах. Ладно, врезаемся, давайте дальше. Может, там еще две игры, а не одна, я что-то забыл. Давайте посмотрим. Результат у нас следующий. 2699 очков, 602 монетки. Еще вот этих вот. Позбивали мы. Тут у нас есть какое-то событие происходит. Еще что-то в магазине мне предлагают. Но нет интернета, нельзя посмотреть. Последняя игра. Да, Talking Ginger 2. Как я и думал. Ну, Ginger, что с ним взять? С него взять. Может попукать тут немножко. Сейчас покажу все. Погромче сделаю игру. Смотрите, что он умеет делать. Не-не-не, не эту мини-игру. Хотя давайте эту. А потом все покажу. Здесь лайфхак. Вот так 5 пальцев ставьте. Вот так жмите и все. Ну, по-хорошему так, конечно, по одному. Но если хотите, вот, вот так вот сразу. Куда бы он ни выставил свою свечку, всегда попадете. Можно двумя руками, кстати, тоже пользоваться. Кстати, а если просто вот так водить? Не, не работает. Так, а если первый... Оп, раз неправильно, неправильно. Все, 3 раза неправильно проигрываешь. Так, а он самое главное вот так умеет. Сейчас, секунду. Во. Подожди, еще раз. Так, еще. Так, нет, еще. Что-то еще есть. 3-й раз. Во. Вот так он умеет. Так, опять эта игра не надо. Вот это еще умеет он. Не громко, надеюсь. Может еще кушать, но нужен интернет. И вот так вот еще умеет. Вот такая игра. Ну, кстати, если вы микрофон включите в самой игре, он будет повторять за вами слова. Так что в этом еще смысл есть. Кстати, его можно, по-моему, уронить. Вот так, да. Так, что еще умеешь? Гладить его можно. Так, что еще? Ну, все вроде. Хорошо. Вот такой был сегодня выпуск. 8 игр поиграли. Следующий, значит, и выпуск у нас будет про GTA. Именно все 3D GTA. Здесь нету Chinatown Wars, потому что Chinatown Wars это 2D игра. Ну, как бы псевдо 3D. Там нет 3D. А вот эти игры, все, мы посмотрим все GTA-шки в 3D. Так что приходите на следующий выпуск. Всех жду на канале. Всем пока, увидимся. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.